Простите. Руни, я дома. Ты выйдешь за меня? У меня аллергия на собак. Есть простое решение. Какое? Не женись. Не обязательно, чтобы это был член семьи. Просто найди хорошего человека. Если в семье есть собака, у детей формируется крепкий иммунитет. Я всегда мечтал завести золотистого ретривера. Не садитесь! Я терпеть не могу шерсть. Дядя? Мне нужно будет скоро уехать в Бостон. Ты единственный, кому я могу доверять. В Сеуле мы не найдем дом с участком, где собаки могли бы бегать и играть. Кто у нас тут? Как у кого-то рука поднялась бросить этих щенков? Я уже не уверен, что это правильное решение. Семья должна преодолевать все испытания и трудности вместе. Снимаю. Так, секунду.